Ой, не, слушай, я даже не знаю, чем делать. Ведь уж ничего не поделаешь. Ой, спает вместе сосняться. Свидеть. Пусть смешно смеяться. Ну я тебя сама покормила, вот, не вот забыл. Серега, он как-то все стремится как-то вот создать какие-то такие ситуации очень нервные. Вот, да, он такой психодраматург, да. Психодраматург, провокатор. Как-то что-то хочет сработать. Спровоцировать. Знаешь, он мне предлагает голую женщину за ответ не знаю, чтобы я при ней осуждал осязание. А где женщина? Я говорю, ну как же я... Я его спросил, сможешь ли ты? Да нет, ты конкретно, сможешь ли ты? Конкретно не могу. Грант уже попривык, да, к этим всем разговорам? Конкретно женщину. Да, ты можешь, да? Да. Ты же сколько в Москве? Два месяца. Два месяца, уж попривык. Они же... Такие речи у них не услышишь. Кто там в армии, наверное, да? Только в армии. Ну иди сюда. Все, что ты похудел. Нет, ну так, иди сюда. Ну что, я не буду перед камерой сидеть. Я пришла с Севой вообще пообщаться, честно говоря, с тобой. Да, вообще, что за дурацкое? Ты не обращай внимания. Что за дурацкое вообще, это папарацовское дело. Не будем, Сева, мы с тобой против. Иди сюда на кроватку. Юль, ты не обращай внимания. Ну не надо, они уже пьяные все равно. Не надо, если попараться, что делать. Все, поборже, мы выпьем, нам надо будет все равно тогда. Нет, в общем, и так все равно. Папарацци эти дела, Ваня Зубковский любит. Не очень. Ну, как сказать? Так скромно. Каждый со своей бутылкой. Я, может, помою сейчас сама стаканчик. У тебя хозяйственное мыло или приличное? Нет, мне так приличное. Могу тебе дать. Там жидкость есть. Миша, помой диагнозу. Нет, я сама помою. Я помою. Вообще, какое-то антисанитарное место. Богема. А я потом тебе дам диск с этой записью. Ты даже назвала, у нас в Москве цельса богема. Богемия. У вас в Хаюстоне нету таких, а у нас вот... Юля, кстати, ведь есть в Америке вот этот город художник. Как же он? Как он называется? Я же забыл. Ну, Сан-Франциско нет. Нет. Ну там везде есть понемножку богемы. Не, ну главное Нью-Йорк, то Лос-Анджелес. Нью-Йорк, да. В вашем Хьюстоне, как мы не ради. Там нет. Нет, там есть и музеи. Космические дела. Я против, Сереж, снятия. Ну все. Включил. Аппарации, знаешь, печально. Перевернул, да? Нет. Значит, выключил, да? Как дикарем, да? Не работает. Ну, скажите. Подними рубашечку, посмотри. И дальше. Вау, тема в чем он? А это показывает? Это по камеру. Ну, сколько вы не виделись, скажите, пожалуйста. Не так много мы не виделись-то. Когда? С февраля, с декабря месяца, что ли, тогда в галерее нет? Да, вы и всю ту галерею мелкую. Что вы слушаете? Армянскую? Курдистан. Юля, а ты нога с ноги, так, пожалуйста, убери, пожалуйста. Это вот так вот. Это я снимаю фильм «Мастерские иди». Если это мне тряпками засаленными вытирать не сложно. Да я что-то, я просто ручки мыть. А, все, салфетки. Приехали, понимаешь, учить грязных русских чистоплотности. Проверка. Чистяк выйти. Это по-московски частях, а по-хьюстонски помойку. Нет, а вы же остался. А где вообще взяли? Это со свадьбы еще осталось. Вообще Долгану с помойки приносила, а мы решили использовать как какие-нибудь. Так тут уже помойки найдем. Помойки очень богатые, люди очень богатые. Посмотрим так на бокал, что его мыть, помойку. Меня Петя так как-то пригласил, говорит, Миша, смотри, какой пиджак.